Ну, еще одна былина. Пожалуйста, наша Ксюша родила. Вот, видите, она утаскивает своего, говорим, ничего, наша детеныша. Так, произошел демографический взрыв. В отдельно взятом. Охренеть. Мама мия, что делать? Ой, мать, мать, мать. Вот, видите? Видите, она его затаскивает. О! Не надо. Так, это они штуковину все-таки проломили. Композит. Что вы? Что? Что? И что ты ко мне пристаешь? И что ты ко мне пристаешь? Что вы ко мне пристаете? Что? Заразы. Да, ребята. Что это такое? Это что это такое? Смотрите, вот на это мимими. Вот на эти когти, которые очень легко царапают. Смотрите на эти зубы, которые очень легко раскусывают человеческую плоть. Кто крышу разобрал? Вы? А, ну да. Кошмар. Это вот верещание малышей. Мама их там укладывает. Так. А я не понял, кто стал матерью у нас. Что это у нас тут это? Так, с этого момента поподробнее. Ну да, туда сейчас затащил одного. Они уже большие, они же огромные. Помогай давай. Ничего не буду помогать. Я. Тихо. Мама, неси. Нет, это не мама, а мама. Я думаю. Слушай, подожди, а где дундель-то? Там дундель. Вот он. Дуня. Я дам, всем дам, ну тащи много рыбы. Какая физия высунулась, посмотрела. Так, тащи. Подожди, она у Дунделя тоже соски набухли. Да. Твою мать, а? Чем на море покормить? Подождет. Сейчас, несем. Охренеть. Я догадывалась. Твою же маму. Попробуй мне открыть. Yeah.